Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Tower Conquest. Так, зайдем для начала на тренировочку и заберем наш отряд, который автоматически летит опять туда же. Да, пока они будут зарабатывать, так сказать, пятую себе звезду. Ну, а мы тем временем заберем награды с арены. Это 15 терминов, 9000. И вот такие награды. Ну, не очень много, 5000 монет. Так, здесь награда высшего уровня. Это у нас бродяга будет, да? Ну, что я могу сказать про бродягу, ребят? Да ничего. Просто ничего. Бродяга, он и в Африке бродяга. Ничего нам не сделает. Да, напрягает иногда, не спорю. Но это несущественно. Это так себе. Вшивик. Одного... Да, молотильщика более чем хватит. Даже пришелец этот не помог, потому что он слишком маленького уровня. Естественно, он не смог захватить моего молотильщика. Так, а мы с тобой квест выполнили. Окей. Друзья мои, ну, на ежедневках у нас разыгрывается ведьма. Ты знаешь прекрасно, что ведьма у меня прокачана полностью, поэтому нет смысла туда идти. А вот здесь уже будет интересно. Так, молотильщик, щитобот и... Джиггернаут. Ну, блин, конечно, напрягает молотильщик меня во вражеской команде. Но у меня у самого он есть. Просто вот этот вот служитель тьмы и также БФГ просто в пух их разнесут, если вот этот чувачок при своей гибели выпустит свою пилу. Как-то так. А он ее выпустит рано или поздно. Он дождется, когда я, наверное, наклепаю здесь крупную армию, да? Ну, мы тогда сделаем вот так вот, корни. И пора бы, наверное, нам вызвать нашего старого воина, дедушку. Видишь? Ты видел, что сейчас произошло? Он выпустил таки все-таки, ребят, свою вшивую пилу. Ну, это, наверное, я думаю, последнее, что он выпустил. Потому что сейчас дед начнет тут клепать. И клепать он любит очень жестко. Очень жестко. Никакие джиггернауты там уже не помогут. Абсолютно. Потому что это дед. С ним всегда шутки плохи. Почему я его, ребята, и остерегаюсь периодически, когда против меня выходит этот дедуля. Ну, здесь, в принципе, ничего страшного нет. Хотя, почему нету? Есть. Есть страшная комбинация. Это когда выходит щитобот под прикрытием хилбота. Вот это самое неприятное. Самое неприятное. Вот он выпустил... Да-да, это старая комба, ребята. Старая до боли комба. Мы можем, знаешь, как сделать? На свой страх и риск, если БФГ, ну, вдруг, ребята, сейчас выпустит свою волну, что маловероятно, конечно же. А хотелось бы, чтобы она ее выпустила. Мы с тобой сделаем еще вот так вот. БФГшка бедная моя страдает. Да, страдает, ребята. Ее бомбят, ее шпиняют. Но видел, что сейчас произошло. Сейчас был тот самый луч, про который я тебе говорил, который, в принципе, и поставил все точки над «и». Но он... Вот, что, ребята, и произошло. И он опять... Так, слушай, это уже начинает выбешивать меня, если честно. Так, выпускаем корни, потому что сейчас, может быть, все очень плохо для меня обернуться. Хорошо, что... Блин, ты посмотри, а! Дед, давай, выходи. Тут надо как-то разобраться с этими охламонами, со всеми. Да, дед идет не спеша, но там хилы. Он что делает? Он притягивает деда? Он деда притягивает? Ты серьезно? На, по хребтине лопатой. На, еще тебе. Вшивик, ты посмотри, а, что он собрался. Ты гуманоид, а. Да, друзья мои, против деда. Он захотел деда, ну, как бы притянуть. Ну, ты видел, да? Притягивает и тут же. Урон, конечно, не наносит, но что-то там себя
строит какого-то крупную шишку, так скажем. Так, ну что, друзья мои, у нас последний здесь этап. И тут уже термин 9000. Тут термин 9000, поэтому берем этот отряд. Но я тебе скажу одно. Если, например, не наша супер атака, супер ульта, то возможно, 9000 термин, который нам бы здесь сделал бы большие проблемы. Почему? Потому что ведьма, вот та самая ведьма, она, наверное, даже не смогла бы подойти. Наверное, не смогла бы подойти к нему, потому что у него 3 атаки. Я думаю, это не надо никому объяснять. 3 атаки, и причем эти атаки очень даже серьезные, очень мощные, так скажем. И ведьма просто постоянно была бы в оглушении, можно так это сказать. Так, выпускаем с тобой торнадо. Зарядик я пока держу при себе. Как только этот хмырь старый выйдет, пердун, мы его сразу, наверное, к праотцам-то и отправим. Но он, судя по всему, даже и не выйдет. Да, он не успел. Может быть, хотел, но там сидел в своем, я не знаю, бункере. Поджилочки свои дрожал, хотя он робот. У него нету чувства самосохранения. Так, ну что, ребята, ну 12 500 уже хорошо. А мы переходим с тобой на долину подданных. Самая для меня, ребята, легенькая, ну, раса, так скажем. Для меня она самая легкая, потому что мне с ней очень легко и комфортно справляться. Самая тяжелая для меня — это нефритовая долина. Наверное, я бы так отметил. Со своими тиграми, самураями, там кого только нету. Ой, 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 кто идет ко мне, ребята? Ой, кто ко мне идет? Ты посмотри. А вот так вот не хочешь? Нет! Ёк-макарёк, я чуть было не облажался, друзья мои, сейчас. Ты прикинь? Я просто... Ой-о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 й
Нормально, нормально. Так, ну что же, мы тогда сейчас с тобой... А в принципе и все. А в принципе и все, друзья мои. Ах, ты посмотри. БФГшки прям... прям навстречу выпали этому. Откинулись навстречу бродяге. И он одну все-таки зачекрыжил. Ага, у нас последняя энергия. Я думаю, что мы отработаем, но здесь, видишь, здесь два у него простых юнита. Первый это бродяга, а второй это вот этот вот недотепыш-крестьянин, который меня будет постоянно раздражать. Да, вот это вот дурацк... Ох ты! Только хотел сказать, эта дурацкая схема не работает, а она сработала. Вот я сейчас... Вот я сейчас чуть было, ребята, не было, а? Чуть не тупанул. Ну-ка, хорош. Опять ты идешь, вшивый? Ну ведь не пройдешь же, гаденыш. Ну не пройдешь ты, не пройдешь. Так, ребят, нам надо помогать моим ребятулькам. Что-то их там... Смотри-ка, раскрамсывают потихоньку. Потихонечку раскрамсывает, но мы тоже с тобой не с пустыми руками сюда, как говорится, подошли к воротам. Тоже будем раскрамсывать. Все, бродяга где-то вот здесь, ребята, завис. Найс. Найс, это было четко, ребят. Это было великолепно. Итак, переходим с тобой вот на... На этот отряд. Нет, наверное, мы возьмем с тобой вот этот отряд. Я, правда, не знаю, как мы тут... Ну, бродя... Нет, ну, ползуном как-то так себе. У нас же фехтовальщик, по-моему, круче, да? Мы же уже неоднократно тестили. Я просто не так часто играю, ребят, поэтому могу что-то подзабыть. Но, по-моему, фехтовальщик все-таки справляется с бродягой. Мы сейчас это проверим с тобой. Да, фехтовальщик справляется с бродягой, все четенько. Он нам не страшен. Так, мы можем даже попытаться, знаешь, что сделать с тобой? Клетку сейчас бросить. Оп! Как оно, а? Ну, как оно великолепно, друзья мои.
И дальше мы их спокойненько с тобой мутузим. Я обожаю, когда так происходит, когда они попадают в клетку, как, я не знаю, как маленькие курочки или зайчики, и сразу же становятся без... Не то что... Ну да, они беспомощны, они ничего сделать не могут, и при всем при этом у них еще отнимается здоровье. Имба. Единственное, да, их могут освободить. Если эту клетку будут бить, то враги выйдут, и тогда будет уже плохо нам. Так, ну что, кто там у тебя пойдет сейчас? И хилку сзади. Ага, не забыл. Не забыл, друзья мои, вон хилку поставить. А мы вызовем ниндзю. Мы с тобой вызовем ниндзю. И еще я вызову фехтовальщика. И шансов продамажить у тебя уже не будет. Я могу еще сделать, конечно, покруче. Так, подожди, стоп, 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 стоп. Ох. Бродяга каким-то образом, ребята, прошуршал. Ну да не беда. Бам, с клеточкой их, и все. И стоят они в сторонке и стирают всем пеленки. Да? Как-то так. Великолепненько просто. Двигаемся дальше, и у нас... А, мы уже с тобой... Мы уже с тобой дошли до финального раунда. И это у нас король. Да король... Он не страшен нам. В любом своем исполнении. Честно говоря, когда даже был новичком, я не помню, чтобы я особо как-то боялся этого короля. Как-то мы его так проходили. Я только потом от подписонщиков узнал, что король, например, боится... воздушных юнитов. Да, и он действительно, ребята, их боится. А почему, ты знаешь? Я думаю, ты догадываешься. Потому что он, ребята, не может бить воздушные цели. Вот и все. Он просто их не может уничтожать. Слушай, достал этот бродяга. Надо его превратить в какую-нибудь тыкву. Ну, даже в зомби тоже будет неплохо. О, Ронин выбежал. На-ка. Ну, ты видишь сам, что Босяцкий так сюда к нам и не вышел на поклон. А мы с тобой забираем награду. Сундук подданных. И в нем нам достается вот такие награды. Ну что же, территория захватчиков. Самая неординарная, так скажем, раса. Потому что у них, блин, все есть. И пришельцы, и шмыгельцы. Поэтому пока стоим. Пока стоим, наверное, да, и вызываем. Никого я вызывать пока не буду. Я буду стоять, ребят. Вот теперь... Ой, подожди, он же... Он же с пришельцем идет. Нет, он идет с этим. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ребят, давай так сделаем. Но он сейчас еще одного вызовет. Поэтому нам надо еще одного джиггернаута посылать туда. Все. Он свое преимущество потерял, а мы свое преимущество набрали. Круто ведь? Круто, конечно. Тут со мной никто не поспорит. Так, значит, здесь у нас кто? Здесь у нас... Вот кто. Может быть, нам взять вот этот все-таки отряд здесь. Потому что, ну, хищнец, да, ребят? Это прыгун. Подожди, я что-то, наверное, попутал, друзья мои. Я что-то попутал. Я успел. Фух, я успел. Ауч. Вот это я, блин, успел, ребята. Есть. Что это я так... Лажаю-то?
Баллиста, срочно баллиста, ребята, нам нужна. Угу. Великолепно. Блин, вот сейчас он влезет, он начнет прыгать. Он начнет перепрыгивать, ребят. Да, вот именно об этом я и говорил. Уничтожил все-таки мне баллисту. Ну добивайте, да. Он как и прыгун. Только прыгун, ребята, есть у него ульта. У прыгуна он может сигануть. А у хищницы у него идет отхил. А вот здесь плохо. Здесь плохо, потому что здесь, ребята, пришелец. Поэтому отдавать придется нам, ну, какого-то юнита, которого нам не жалко. Хотя на самом деле мне жалко здесь абсолютно всех. Пролетел, ну и славненько. Пускай летит дальше себе. Могу, конечно, позволить себе вызвать друидку. Друидки он ничего не сделает. Он не хватает боссов. Было бы, конечно, прикольно, если бы он хватал боссов бы. А, ну, тотем он может, да. Также он не может захватывать всадника на журавле. Ну, если ты еще этого не знал, может быть. Он только тотем может тырить. А у нас там стоит отхилочка, поэтому нам плевать. Вот здесь он сейчас... Тотем захотел стырить. Ай ты, хламон. Вон их не корабли летают космические. Сюда, к ногтю. Денежку-то забрать надо. Ну и все. Ну и песенка его спета здесь. А, нет, стоит один тотем. Хорош. Красный тотем еще стоял. Да, шансов там у него не было вообще. Ну, что у нас здесь? Так, опять, ребята, хищнец. Даже что-то... Блин, ну этот отряд не хочу. Все-таки придется этот брать. Это хорошо, что у него нету летающего этого пришельца. Но, а вот страж у него на самом деле жирный. Вообще, самый, наверное, жирный моб — это страж из всей игры. Вот этот охламон, я про него говорю. Самый гаденыш мощный, самый жирный. Идет с щитом. Блин, а если он еще и с тритоном вместе идет. То это очень плохо. Зачем я его так подвинул близко? Сейчас жена... сейчас... Да. Поставил хилку, спасибо. Спасибо тебе, родная. Поставил хилку, базу хильнула. Так, ну нам не стоит, конечно же, тут особо радоваться сильно. Посмотри, как долго мы ковыряем с тобой стража. Слушай, он заколебал. Ну, с такой-то армией, что он сделает? На хильщих тотемах. Вообще ничего. Не было шансов у него на выживание здесь. Так, ребят. Бежим дальше. Последний этап здесь. Пришелец есть. Ну, тут явно дело, ребят, нам надо брать вот этот отряд. И мы его реализуем. Так, ну что, когда у тебя там пришелец-то полетит? И полетит ли он?
Я накопил 500 этих. Да, вызывал пришельца. Обычно, помнишь, пришелец вместе с этим идет. В паре... Скажи, я скажу. В паре с прыгуном. Ну вот там вот, да, начинается кислятина какая-то. Скороходы. Вот, давай, давай, хватай зомби. В плане, блин. Так, босс высунется сегодня или нет? Высунулся, ребят, смотрите. Да, мы даже без луча. Мы даже, ребята, без луча его завалили. Он отдуплился быстрее, чем у меня луч полетел. Так, еще один квест выполнили. Скороходы, который назывался. Я хочу забрать награды. Угу, вот так вот. Опа, друзья мои, а мы уже портал прошли. Мы уже с тобой прошли портал. Я что-то не могу понять, у нас 247, оно так и стоит на месте. Мы с тобой... Я уже что-то подумал, что здесь два джаггернаута. Думал, как так? Думал, два джаггернаута, нет. Не два джаггернаута, один. Здесь что? Ну давай, джаггернаут, так джаггернаут. Единственное, мне будет раздражать вот этот вот хмырь. Второй, боксер. Репульсор. Так его звать. Ну, репульсора можно брать через ниндзю. В принципе. Вот, вызвал. И мы вызываем. И сразу же тогда еще и, ребята. Да давай ты ниндзю этого мне. У нас быстрее дамаг пойдет. Плюс я еще вот так вот сделаю. Ой, вообще по красоте. Еще и торнадо. Ой, еще и так, и вот так. Ну это прям удачно выпало все нам. Прям козырь в руку. И торнадо, и ульта подготовилась. И армия накопилась. В общем, раздеребанили мы их. Довольно прекрасно. Такс. Ну вот тут вот похуже. Ребятушки, тут похуже, потому что толкатель. Толкатель массовик. Он делает массовую атаку. Удар по земле, который наносит довольно приличный урон. При этом еще и оглушает юнитов. Поэтому обычно вот он джаггернаут выпускает. И сразу же, по идее, он должен выпустить. Так, давай мы возьмем фехтовальщика. Потому что фехтовальщик быстро с ним должен разобраться. И ниндзя. Давай клетку. Успели, успели. Успели клетку бросить, но он дал дуба. Я второго джаггернаута призываю. Вот, вот, вот в чем, ребята, его и сила. Именно вот в этом ударе. Пружинная массовая атака. Но все равно разбомбили. Так, ну что, смотрим, что у нас на следующем поединке. А на следующем поединке у нас... Сопли. У нас, ребята, здесь сопли. Робот с ракетой — это ни о чем. Главное не стоять близко к нашей базе, потому что он выбирает цель рандомно. И он может бомбануть так, что массовой, как сказать, ударом, волной вот этой от бомбы просто может достать до нашей, так сказать, базы. Здесь бы не помешало бы, конечно... Ладно, давай сделаем так, потому что я больше чем уверен, что сейчас он вызовет... Да-да-да-да-да, он идет, ребят. Но он хилый, поэтому он должен сдохнуть. А вот этот вот бесит, конечно. Репульсор. Боксер недоделанный. Да, ребят, я позвал друидку к нам в помощь. А что? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, вольнее есть. Не успел. Не успел, ребят, вам ничего сделать.
Ну, бесявый, согласись, репульсор, потому что он отталкивать может вообще любого юнита. Не всегда, конечно, у него это получается, но шанс такой есть оттолкнуть. Так, смотрим. Блин, этого сюда засунули, ё-моё. Они засунули сюда зомби... Ой, зомби. Робота-липучку. Тяни-толкай. Так я его обычно называю. Тяни-толкай. Интересно, я вот могу успеть накопить, например, на друидку сразу же. Черт тебя подери. Давай, давай, друидушка, давай, родная. Пускай он там бьет тотем или что он там будет бомбить. Вот, он еще, ребята, и оглушает. Блин, достал, а. Ахилочка-то будет у нас сегодня стоять, а? Друидушка. Нет, хилочка стоит, все нормально. Вон, смотри, тотем как наносит урон, ребята. Очень неплохо. Именно красный тотем, который наносит урон, очень хорошо, ребят, бомбит. Ты смотри, он до куда? А, он, да, он тотем тянет. Ой, дурак. Он тотем притягивает. Слушай, ну у него не кисло было. Если тотем стоял здесь, а он стоял здесь, у него радиус такой, притяжение-то нормальный, я тебе скажу. То есть, как бы, особо над ним смеяться-то как бы, ну, и нежелательно, потому что, ну, он может преподнести этакий сюрприз, который ты никогда не ожидаешь. А это у нас, да, ребят, тут атомный робот. Самый медленный босс во всей этой игре, но зато самый разрушительный. Самый разрушительный. Если он дойдет до базы и активируется, то пиши пропало. Он базу сносит сразу же. Не оставляешь камня на камне. В труху, короче, ребят. Просто ее в труху измельчает. Что ты делаешь, а, гаденыш? Ну не приборзевший ли, а? И в этот момент никто не... Ой-ой-ой-ой. Я ульту потратил. А, в принципе, нормально. Очень хорошо. Белиссимо. Забираем сундук. Ничего хорошего. Да куда ты меня? Че ты? Опять же долина подданных. Ну что я тебе скажу. У нас, блин, у нас да, у нас последняя энергия, ребят. Ну, последняя энергия. Да еще, а, подожди. У нас тут дорогие довольно-таки юниты. Ну Ронин-то будет кромсать ведь их. Хотя мы уже вызовем вот этого. Он вызвал паладина. Я думал, пойдут крестьяне в первую очередь. Так, Ронин, помогай. Ну, что ты, Ронин, ну... Грифон? Подожди, это... Куда грифон-то здесь, блин? Есть. Этот только вышел, сразу же отдупился. Прекрасно. Так, ну что, смотрим, есть ли энергия, ребят, накопилась или нет. Нету, к сожалению, нету. Ну, значит, нам туда дорога. В общем, друзья мои, заканчиваю эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.